Грузовик везет киндер-сюрприз. Смотрим, кому и куда он его везет. А приехал грузовик на железную дорогу. Выгружаем киндер-сюрприз, а погрузит его автокран. Грузить он будет наш киндер-сюрприз на паровоз. С помощью большой стрелы автокран поднимает киндер-сюрприз. Загружаем в грузовой вагон. Готово! Поезд может ехать. А теперь мы посмотрим, кому же паровоз его отвезет. Дорога у паровоза длинная. Множество мостов, туннелей, преград. А груз очень важный. Ура! Он его довез. И привез он киндер-сюрприз к Кэтбою. Герою в масках. Откроем сюрприз и посмотрим, какой сюрприз достался Кэтбою. И попался ему Бен из мультфильма «Том и его друзья». Одевается фигурка на ручку. Но ручка должна быть очень тонкой, чтобы ее одеть. Вот такая вот резиновая фигурка нам попалась. А вот едет эвакуатор. И он везет киндер-сюрприз из серии Буба. И привез он его на железную дорогу. Будем загружать его в желтый паровоз. Погрузили в грузовой вагон, и паровоз может ехать. Посмотрим, кому отвезет он киндер-сюрприз из серии Буба. Дорога также тяжелая. Посмотрите, какие высокие мосты. Ехать по ним довольно сложно. А крутые повороты. Нужно не вылететь с трассы. Но паровоз справился и довез киндер-сюрприз в сохранности. И привез он его самому Бубе. Давайте вместе с Бубой откроем киндер-сюрприз и посмотрим, что ему досталось и какой герой из мультфильма. Это же ёж какой-то. А вот на железную дорогу едет трактор. И он также везет киндер-сюрприз из серии «Тачки» в своем кузове. Паровоз его уже ждет. Погружать киндер-сюрприз будет автокран. Посмотрите, какая у него большая стрела. Загружаем киндер-сюрприз в кузов. Автокран сделал свое дело и может ехать дальше. А паровоз везет киндер-сюрприз своему владельцу. Давайте посмотрим, кому достанется киндер-сюрприз из серии «Тачки».
какой высокий мост. Паровозу сложно даются такие испытания. А еще сзади такой большой груз. Но паровозы сильные и справляются с этой задачей. Ого! Сюрприз достался Маквину, главному герою из мультфильма «Тачек». Давайте вместе с ним откроем сюрприз и посмотрим, кто нас ждет внутри. И достается нам грузовик из мультфильма «Тачки».